В списках только женские имена. Глава республики сегодня вручал государственные награды прекрасной половине человечества. На эту церемонию не был приглашен ни один мужчина, за исключением операторов, главы города и сотрудников администрации Михаила Игнатьева. Такое случается только накануне 8 марта. Сегодня в Доме правительства звучали фанфары для 25 героинь. Учителя, медики, журналисты, артисты, сотрудницы промышленных предприятий. Многие получили награды Российской Федерации. Большинство – звания заслуженных работников республики в разных отраслях. Одной представительнице прекрасной половины человечества вручили знак отличия за безупречную службу в органах местного самоуправления. Глава Чувашии отметил, что сегодня развитие региона невозможно представить без инициативных женщин. И совершенно не важно, в какой сфере они трудятся. Вы своим примером убедительно доказали, что современная женщина может добиться успеха во всех сферах жизни общества. И государство должно поддерживать вас в этих устремлениях. Работая в должности президента и главы Чувашии, все эти годы я отдавал и отдаю свои силы, чтобы на чувашской земле было комфортно жить, трудиться, создавать крепкие семьи. У меня стимул работать еще лучше, эффективнее. И хотела бы поздравить милых дам с праздником. Будьте всегда красивы, любимы и успешны.